Кульбиты, рандады и прыжки – все это увидели зрители открытого первенства округа по черлидингу, который прошел во Дворце спорта «Триумф». На соревнованиях выступили более 700 спортсменов из 13 городов столичного региона. Громко, четко, слаженно. Так достигают вершины черлидеры. Дикие коты из Октябрьского, победители всероссийских соревнований. Изюминка команды. Ловкий флайер Данил его так затянул черспорт, что он готов проводить все свободное время в окружении девчонок. Для меня это как родная семья. Как бы они меня всегда поддерживают и успокоят. Мы в одной всей школе учимся, мы очень хорошо дружим, можем друг за друга постоять. Черлидинг объединяет и учит ребят командной работе. Разносторонний спорт не дает ребятам соскучиться. Все собрал в себе. Акробатику, гимнастику и танцы. Кроме того, черлидинг уже в шаге от того, чтобы стать олимпийским видом спорта. Направление стремительно развивается, в первую очередь, из-за неподдельного интереса юных дарований. Выборг является законодателем данного вида спорта на всей территории Московской области благодаря нашему президенту. Наша федерация, Ольга, спасибо. И в скором будущем, я уверен, что из тех, кто сегодня присутствует здесь, войдут в состав сборной команды России, а впоследствии сборной олимпийского нашей страны. Программа соревнований выдалась насыщенной. 700 спортсменов со всего Подмосковья выступили по всем 12 направлениям черлидинга. Поделили участников первенства и на возрастные группы. Самым младшим 3 года, старшим около 30. Всего 130 номеров предстояло оценить членам жюри. Один спортсмен может выйти в нескольких дисциплинах, в командном зачете, в индивидуальном. В двойках по протоколам у нас 10 пунктов, критериев, да, по которым оценивают судьи, среди которых гибкость, пластичность, техническое исполнение элементов, синхронность. Самых способных и сильных черлидеров наградили кубками, дипломами и ценными подарками. Кроме того, по итогам турнира члены жюри отобрали претендентов на получение спортивных разрядов и тех, кто поучаствует во всероссийских соревнованиях. Анна Троян, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.